«Рабыня Изаура» по роману Бернандо Гимарайса. Автор сценария — Жильберто Брага. В фильме снимались Рубенс Ди Фалько, Жильберто Мартиньо, Норма Блум, Роберто Перильо, Марио Кардозо, Беатрис Лира, Элиза Фернандес, Атила Йорио, Лео Гарсия, Исаак Бардавид, Мириан Риос, Итали Росси, Зенни Перейра, Анджела Лео, Леди Франциско и другие. В главных ролях Эдвин Луизи и Луселия Сантос. Режиссер Эрвал Росано.